Всем привет! Это снова Триад. Слушайте, смотрите, какая прелесть. Вау! Это не совсем то, как мы все привыкли, как бы, но это оптимальное решение, стационарное решение для дома, для сада. Я в таком восторге, если честно сказать, от того, что получилось. Спасибо ребятам, кто это делал. Вот, молодцы, действительно. Слушайте, ну что, смотрите, какая машина у нас-то получилась. Стационарная, длина 2 метра, ширина получается 60 сантиметров. Чем мы здесь располагаем? Основа у нас получается профиль 40-40 двоечка. Краска получается, низ у нас CRT покрашен. А зона, где у нас будет нагреваться, зона нагрева, то есть у нас уже обработана L-ком. Ну, что здесь такого особенного? Да, он, в принципе, сам по себе особенный. Смотрите, мангал, все как мы любим. Датчик температуры, открываем, внимание! Сетка из нержавейки. Сами все сделали, все готовим под заказ, под размер. Вот, прелесть. Хотим открытый огонь, захотели потушить, овощи гриль, мяско, барашки. Пожалуйста, все к вам. Но это еще не все, взгляните сюда. Нет, это не винил, это печь под казан. 426 труба, 5 мм стена. Кольца вырезаны самостоятельно, то есть нужен поменьше казан, пожалуйста, побольше, все для вас. Выход 130 труба, по классике у нас получается топка. Ничего сверхъестественного, но все гармонично, лаконично и там, где оно нужно. Сегодня это изделие уедет своему хозяину, оно было изготовлено исключительно под заказ. Вот, но мы считаем, что такую красоту нельзя оставлять кому-то одному и надо делиться. Поэтому, пожалуйста, вашему вниманию. Наше новое изделие. Я вообще так доволен, если честно сказать. И я тот сапожник без сапог, как всегда у нас так принято, по-моему, в стране. У меня на самом деле там свой такой простой азиатский мангал стоит. Вот, но поставлю себе точно такой. Это однозначно. Есть еще мысли, допустим, можно сделать, в принципе, здесь мы можем наварить рамку и вырезать для вас камень. То есть своеобразная зона стола будет. То есть снизу можно дровишки положить. То есть, пожалуйста, как захотите. Ну, мы очень довольны и гордимся тем, что мы сделали. Вот. Еще раз говорю спасибо большое тем ребятам, кто так кропотливо и дотошно работает над такими изделиями. Всем здоровья! На связь, ребят. Ну, по скриптум, он разборный. При необходимости почистить, подкрасить, обработать. Все что угодно, все для вас. Даже просто для транспортировки решили перевести его, перестроить, пожалуйста. Основание переставили, печку поставили, мангал погрузили и все тип-топ. Вот теперь точно все по этому изделию. Приятно.